Ну вот, таким образом я закончил картину, посвященную одному из эпизодов моего детства. Я в первой части моего видео рассказывал, почему я собираюсь писать эту картину. Но для тех, кто, если не смотрел первую часть, это вторая часть моего видео, состоящая приданию живописи моей графике. И поэтому здесь я снова хочу в конце повториться, что в детстве, когда мне было где-то лет 9, я помогал пасти скот пастуху из-за того, что наша корова была очень строптивой. Постоянно убегала домой. И поэтому пастух не справлялся, потому что была жаркая летняя пора, начало, конец мая, начало июля. И вот я даже изобразил здесь овод. Когда вот расцветают кукушками, мы назвали их, вот эти вот растения высокие, они расцветают, то в них они водятся всегда, эти оводы. Вот эти вот оводы стаями нападали на коров. И разъяренные коровы, задрав хвосты, начинали разбегаться, спасаться от них. И пастух не мог с ними справляться. Там, где прохладно, эти оводы не водятся. И ближе к часам 11, когда солнце начинало сильно накаляться, и в это время мы должны были их загонять в ущелье. Вот здесь в каньоне была пещера, и здесь теневая часть была хорошая. Мы туда на отдых загоняли скот, и стадо до того времени, пока жара солнца отойдет, там отдыхало. Потом мы опять выгоняли и пасли, и уже потом вечером возвращались домой. Вот такая была моя история в детстве. Я это решил отобразить в живописи. Вот здесь вот видите одинокую скалу, которую мы всегда ждали, когда она свалится. Но она, по-моему, до сих пор стоит. Такая как стела, одинокая скала, она в этом ущелье, внутри ущелья, в каньоне находилась. И если сюда стадо разбежится, тогда уже их не найти в каньоне. И поэтому я здесь стоял, когда лавина разоренных коров спускалась сюда, вниз, на стойло. Я их загонял, направлял туда, отгонял, чтобы они туда шли. Они разбрелись по скалам. Это было явление очень страшное, потому что, да, действительно, коровы разоренные, они вот с этого спуска спускались, кое-как удерживали свои ноги, ногами кое-как тормозили, удерживали свое тело, чтобы не перевернуться. И я переживал такое страшное зрелище, когда они шли на меня лавиной. И поэтому у меня на всю жизнь это запомнилось, и я решил это отразить. Как получилось, судить вам, конечно. А я на этом заканчиваю. Прощаюсь с вами. Всего хорошего. До свидания, друзья мои.